Браво, браво, браво! Оркестр Уралбэнд под управлением Александра Павлова. Доброе утро всем! Доброе как утро. Сказал Александр до эфира. Ну что, с маршочка начнем? Как сказал, так и начали. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Спасибо сразу вам за такое настроение. Мы тут же проснулись. Оркестр всегда бонусы подает с утра особенно. Расскажите, вот вы все-таки творческие люди, музыканты. Как с утра вам играется, как дудится, как просыпается? Ну, в конце концов, мы все нормальные люди. С утра мы немножко спим. Однако наша профессия заставляет нас быть всегда бодрыми. Потому что все-таки духовой оркестр был создан для бодрости. Да, его функция была всегда в строю вести войска, давать им настроение. Поэтому в силу того, что мы такие избрали такую профессию, мы не можем быть не бодры. Александр, впереди в Екатеринбурге фестиваль духовых оркестров. Он пройдет 19 августа в Екатеринбурге на площади 1905 года. Насколько масштабным он станет? Да, вы знаете, в этом году при поддержке администрации города Екатеринбурга проходит уже 5-й фестиваль духовых оркестров. Я очень горд и рад этому, потому что в 5-й раз к нам приедут коллективы из-за рубежа, коллективы из России. Традиционно мы приглашаем 3 коллектива из-за рубежа. В этом году это будет оркестр филармонии Астаны из города, из Казахстана. Uh-huh. Вот, это оркестр наши уже добрые друзья, оркестр мэров. Провинцию Тироль. Это действительно очень потрясающее сочетание. Когда я первый раз получил письмо, письмо было такого содержания. Вам пишет губернатор провинции Тироль, дирижер духового оркестра Карл Марк. Вы знаете, для меня это было такое сочетание, писал губернатор. Почти Карл Марк. Да. Это уже добрые друзья, они третий раз приезжают в Екатеринбург, и мы очень горды и счастливы этим. И это оркестр из Тайваня, у нас добрая традиция. Второй год подряд приезжает оркестр из Тайваня. Это самый далекий оркестр, да, который приезжает? Да, самый далекий. Uh-huh. Это оркестр с острова Тайвань, Китайская республика Тайвань, так они называются. И мы счастливы, что уже второй год подряд они тоже к нам приезжают. У нас большая география, да. И один оркестр из России, в том году это был Хабаровск, в этом году это Самара. Это город, мой родной город, очень приятно пригласить друзей из своего родного города. Ну, традиционно приезжают коллективы из нашей Свердловской области. Это всегда наши побратимы, в данном случае это оркестр из Нижнего Тагила, Тагил Бэнд. И, так сказать, естественно, Урал Бэнд. Ну, куда же без него? Он без организатор и основатель этого фестиваля духовых оркестров. Он является его, скажем так, лоббистом этого фестиваля. Вот. Ну и наши коллективы из Екатеринбурга, это рота почетного караула кадетского корпуса нашего екатеринбургского, ребята, которые уже третий год подряд становятся лауреатами на московской детской Спасской башне. Это ансамбль мажор, это гранд-мажор, вновь созданный ансамбль, замечательный ансамбль. И танцевальный ансамбль «Солнышко», наши партнеры уже третий год подряд, они помогают нам сопровождать такие, скажем так, серьезные коллективы народными танцами. В этом году они будут сопровождать тирольский оркестр тирольскими танцами. Потрясающе, да. Наши девочки специально пошили тирольские костюмы. И будет очень весело, будет здорово. Приходите 19 числа с 3 до 7 на главной площади города. Наш-то оркестр, он танцующий. Конечно. Гости, они стационарные или они тоже? Вы задали очень правильный вопрос, вы знаете, потому что каждый фестиваль пытается иметь свою специфику. И я глубоко убежден, что каков поп, таков и приход. Оно реально, так сказать, существует. И цель нашего фестиваля и нас, Уралбэнда, как организатора, показывать все многообразие духовой музыки именно в этой ипостаси. То есть в отличие от других фестивалей в России, их много, но про них мало кто знает. А наш фестиваль популярный из-за того, что мы стараемся приглашать коллективы, которые действительно пытаются каким-то образом проявлять свою самобытность, как-то двигаться, как-то проявлять, скажем так, свой национальный колорит, вот, скажем так, некий необычный постановочный колорит. То есть нам это очень приятно, что такие коллективы, которых много в мире, приезжают к нам, и мы имеем возможность показывать эти коллективы нашим любимым жителям города Екатеринбурга. То есть тирольские мэры тоже пританцовывают, приплясывают? Ну, в силу своего возможности. Все-таки, давайте, это мэры. Там будет люди серьезные. Люди, в основном, которым за 40-50. Но
специально для таких коллективов, которые самобытны по-своему, но при этом стоят, вот вы сказали, самарцы, я специально приглашаю своих партнеров, как правило, ансамбль «Солнышко». «Солнышко». Которые каждый год коруют или австрийские, или немецкие, или итальянские танцы. То есть там есть коллектив, который... Мы по-дружески, мы вывозим. Да. Тирольцы не потянут, они же мэры, они выходят, когда мэры... Публика уже так, а тут выскакивают дети. Ах, кстати, вот картинка очень точная. Да, это было в позапрошлом году. Вот ансамбль «Солнышко» сопровождает. Да, и я забыл ансамбль «Чувство ритма». Тоже наши многолетние немаловажно. Партнеры. Ну, многолетние партнеры нашего фестиваля, да. Тоже наши друзья, тоже помогают нам и тоже будут участвовать в этом фестивале. Ну а вот какой оркестр за все 5 лет фестиваля вас удивил больше всех? Может быть, кто-то был, естественно, Уралбэнд самый танцующий, самый музыкальный, самый-самый. Но все же из всех гостей, которые приезжали, может быть, был какой-то самый действительно танцующий, ну, самый необычный. Мы надеемся, наша позиция принципиальная заключается в том, чтобы коллективы по возможности сами приезжали к нам на фестиваль, ну я имею в виду за свой счет. А вот на первый фестиваль, который у нас был, самый первый фестиваль, мы имели возможность пригласить так называемые, ну, если так вы понимаете, тяжелые коллективы. То есть коллективы, которые, ну, сами не оплачивают свою дорогу, они такие маститые, да. И к нам приезжали, например, ансамбль «Бандира Торо» сметателей флагов из Италии. Вот. К нам приезжал, например, оркестр «На лошадях». Да, Тимура Дулуша из Тывы. И вот мы надеемся, что в следующем году у нас будет юбилейный фестиваль, мы надеемся на это, и нам окажут поддержку, мы сможем привести коллективы, которые, ну, скажем так, очень яркие, самобытные, но при этом знают себе цену, вот, с ними приходится договариваться. Вот, ну, я вот запомнил, ты спросили, два коллектива, которые были у нас на первом-втором фестивале, это один из них, это ансамбль «Бандира Торо», метатели флагов Джан Карло Корби из города Кори под Римом. Это очень красивый коллектив. Я помните, вы, наверное, не помните, когда флаги метаются на 40 метров. Да. Красота вообще, это флорентийское искусство. А второй ансамбль, который давал дефиле на лошадях, на плотинке. А лошади в берушах работают? Нет, это наши лошади екатеринбургские. Они за один день научились ходить. Потом лошади еще и метали флаги. В общем, все было красиво. Друзья, не пропустите. 19 августа, уже совсем скоро, с 16 до 20 часов, в центре Екатеринбурга на площади 1905 года фестиваль духовых оркестров. Вношу небольшое изменение в связи с тем, что... менялась программа, и после нас будет великая группа «Чайф» екатеринбургская. О-о-о. Нас попросили час на подготовку, поэтому сместилось с 3 до 7. С 15 до 19. До 19. Потом час будет подготовки, а потом «Чайф». Ждем. Если вы планируете, как будете проводить День города в Екатеринбурге, вот сразу себе галочку поставьте, с 3 часов нужно быть на площади 1905 года, чтобы увидеть самые лучшие духовые оркестры. Ну а прямо сейчас небольшой отрывок из этого фестиваля. Фестиваль приехал прямо сюда, к нам в студию УТР-ТВ. Урал Бэнд. Поехали! Раз, два, три.